Кейс представляет. Большое обновление в кейс-баттлах. Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в баттлах может участвовать до 4 человек. Создавай и персонализируй свои баттлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Hellcase. Не пропусти эпичные батлы. Окей, друзья, врываемся быстро на вторую карту, переходим сразу же к первому пистолетному комплекте, снова начинают в защите, и ACK атакует базу Б, ДФ, выкрыли его позицию из-под тройки за счет молотого ATK, и теперь устанавливают пакет на Б-точке. В комплекте 4 в 5, дефьюз китов нет, возможно, это станет решающим фактором как раз-таки в этом ретейке или комплекте. Надо начинать действовать, хотя можно было пойти на сейф, раш уже ловит по голове и... В итоге Соник тут же его сбривает. BlameF, капитан команды комплекса, идет вместе со своими тиммейтами дальше на это выбивание в меньшинстве по-прежнему. BlameF пытается до конца еще натапать парочку голов здесь, но время-то тикает. Дефьюз китов здесь нет, и оба один в один идет пушить темную. Там красный GT, все понимают, что ему здесь никуда не деться, и бому при этом не разминировать. Поэтому эти кейсы забирают снова пистолетку в атаке. Уже на своем пике, на карте комплекте, также ATK в атаке смогли осилить пистолетку. Дальше в комплекте, во второй половине, смогли и статистику по пистолеткам сравнять, в общем-то, взяли. Тоже в атаке пистолетку, вот на пике соперника с новым пистолетными как-то не задается поначалу, но впереди еще будет шанс исправить все это дело на второй пистолетке, например. Теперь форсбай от команды комплекте, фармилки, скаут... Тот самый скаут, кстати, он у BlameF, например, когда в тот же момент Шазам отыгрывает роль снайпера. Как раз-таки странно, почему не у него скаут, а у капитана. Ну окей. Фармилки у ATK, один калашников от Соника и Галил на оси. Снова раскидка под базу бэт ATK, и тут же разворот вместе с бомбером, возможно, под мидл и, скорее всего, под точку А. Чекают центр карты комплекса, здесь, в принципе, никого не оставляют на этой позиции. Посмотрите, они повелись на этот фейк. Хотя игрок под номером 7 начинает активно возвращаться обратно, но двое опорников может здесь не хватить. Хотя, оба, неплохо нашивают смока, действительно. Дэмж проходит солидный. Раш, скаешка, не повезло. Смок на шорт. Через этот смог. А куда они смотрят? Почему пески-то не чекаем? Раш. В итоге 2 минуса с P250. В принципе, импакт здесь свой внес. Какой мог. И теперь в комплекте 3 в 3. По-прежнему BlameF со скаутом жив. 2 не дефолтки пистолета, но обновляется смог. И как в комплекте действовать? Опять-таки без дефьюз китов, парни. Пойдут, наверное, через шорт. Еще и молот туда этики закидывают на лонг. И все-таки здесь действительно одна позиция, только это шорт, через которую комплекте начинают действовать. Флешка от флопера, рикошетом отлетает на шорт, и там игроки обороны в фулл-блайнде. Ковры пошел Шазам, тут будет просто уже попытка выбить девайс из команды ATK, и на этом, собственно, все. И то, эта попытка заканчивается, сами видите как. Шазам отлетает, а тиммейты отходят на сейф скаута и чешки для дефа. По итогу ATK 2-0 пока что в атаке на своем пике. Активно начинают доминировать уже на своей карте. В комплексе. Как бы... Вот не хотелось бы, чтобы словили тильт после того момента в 30-м раунде с ножом и с таймингом, где не получилось по итогу дожать допы, хотя это было максимально близко. Так что надеюсь, что как-то в паузе ребята переговорили вместе с собой.
и смогли найти нужные слова для того, чтобы не падать духом, в общем-то. Комплексе организовали посадку, теперь бы убежать. За цементом, кстати, деф не проверили до конца, но он на мольке прогорел. Сосиска в тесте. Получилось от команды ACK. Клинфит. Клинфит надо жить. Клинфит решил почему-то не жить. Окей. Пока такая история. А, вот все, наконец-таки он ожил. Или нет? Угу. Интересно получается, друзья. Сейчас постараюсь пофиксить. Очень быстренько. Все. Картинка вернулась. Включаю вам ее. Тем временем. Раскидка под базу от команды ATK. В комплекте ни единого опорника здесь. Видимо, решили укрепить А-точку, рискнуть. Если риск не увенчается успехом, будут, наверное, просто сейвить еще один раз в этом раунде. Поэтому команда комплекта действительно здесь будет сохраняться. По-другому здесь действовать не получится. ATK забирают третий ряд в атаке. Находит, кстати, флопе девайс. Раш себе подбирает, но теперь бы с ним уйти в живых, потому что у того 12 хелспоинтов. Oh, 3-0, команда ATK и комплексе выходит на первый девайсный. Теперь будет интереснее смотреть, что же будет в оружейке. Коэффициенты, кстати, давайте посмотрим от нашего партнера GGBet на эту серию. Ого, коэффициент интересно. Коэффициенты это круто. 7-15 на команду комплексити. С того, что проиграли первую карту. Странно, почему никто не верит на самом-то деле в камбэк на второй. Потому что комплексити Инферно на ECS также отыгрывали. Но там была команда Riot Squad. Понятно, что ECK не команда Riot Squad, но тем не менее. Статистика, возможно, показательна. Битва за дугу. В начале раунда под номером 4. Комплексити за цементом теряют своего тиммейта. Также погибает Блейм. Смогли, конечно, разменяться, но размен-то не в пользу комплексити получается, потому что там игрок на молике еще прогорел. И, кстати, кто ставил на молоту в этой встрече, возможно, уже подняли слитки золота, потому что за эту карту уже было два молика, если не ошибаюсь. Вообще интересно, кто ставит на гранаты, потому что я думаю, в основном на тотал ставят и на исход карты, и исход встречи, в общем-то. Шазам, Савиком. Как же здесь, конечно, не фартануло чуть-чуть в лопе. Остается красным и со второго пика уже забирает своего соперника. Еще и раш падает. В общем-то, здесь для комплекте снова какая-то череда невезений, что ли. Сложно. Сложно объяснить пока что для комплекте эту карту. Как, в принципе, прошлую, потому что там под конец случилось то, что не должно было случиться. Должны были случиться допы, а случилось 16-14 для команды ATK. Что, конечно, очень-очень грустно. Теперь комплексити выходит снова на пистолеты плюс юмпик от капитана, то есть Блаймэфа. 4 хаешки. На дугу, наверное, полетят плюс-минус. Да. И какая-то часть хаешек, наверное, еще останется на следующую волну раскидки для команды комплексити. Мотом в упоре чекает. Блаймэф вообще не смотрел в его сторону. Мотом здесь фармит на 10 из 10. Тиммейт также подключается. И Б-база теперь пустая для команды ATK. И пока что видим, что ATK в основном-то и юзают это направление. То есть уходит на точку Б чуть ли не каждый раунд. Раш последний. Выходит на балкон, но флоппи там его контролирует. Поэтому флоппи здесь максимально легкий, четкий минус 5-0 за ATK на своем пике. Лоппи 6-2-2. Снова по статистике пока что ведет. На первой карте по статистике тоже там довольно-таки крутые цифры получились для него. 30 на 23. Рейтинг 1.36. В общем-то, да. Так что на второй карте тоже есть действительно хорошие шансы статистику подравнять в лучшую сторону. И теперь комплексити снова на девайсах.
Обрыв на дугу, деф не позиции, еще и, видимо, Блайзи был. Капитан, конечно, разменялся, но теперь только лишь оба. Единственный опорник базы Б, и вся надежда здесь на него. ATK под флешку проходит на кафель. Дальше выход, оп, здесь просто отрезан. В общем-то, как и Раш с КТ. И Шазам теперь 1-4, попытка засейвить АОП, но за ним уже выдвигается модом. И не факт, что получится унести АОП за собой комплексити. Поэтому 6-0. Ой, да, уже немножечко смешно становится на самом деле. Потому что... На самом деле грустно должно быть. Потому что 6-0 с ATK, при этом первая карта уже взята. То есть первая карта плюс-минус еще интересной получилась. Как раз-таки. И за счет 16-14, и за такой концовки. А вот вторая карта пока что в одну калитку для ATK. Шазам в песках. Ну, надо же до конца отсиживаться, но почему-то решил пикнуть флопе. И флопе тут же хедшот. По стрельбе у флопе сегодня просто все замечательно. В комплекте вот теперь тайм-ауты. Тайм-ауты используются, потому что ситуация действительно критическая. Неужели все-таки факт той неудачи в концовке 30-го раунда на комплексе как-то повлиял? И по морали они все-таки просели. Хотелось бы, если честно, в это верить, но счет пока что показывает нам обратное. Друзья, не забывайте про промокод от Hillcase, который дает бонус депозиту. Промокод SOLTV. Плюс 15 как раз таки процентов к пополнению вашего счета. Так что обязательно используйте, пока есть такая возможность. А у нас тем временем в комплекте снова, в принципе, такой же сетап, как и был ранее на форсе, то есть UMPK от Blame и остальные с недефолтными пистолетами. Все еще ставите на комплексов, тогда мы идем к вам. Интересный комментарий. Эшкин готовит комплекс на дугу. Рано. Пока что. Хотя игрок под номером 3 уже подходит все ближе и ближе к базе Б. Возможно, стоит сейчас в этом тайминге откинуть осколочный. Полетели две осколочные, попадаю только по мотму. Команда ATK разведает обстановку под базы Б. GT первым номером здесь действует. Ждет какой-то агрессии со стороны комплекса, но там... Там закрытые позиции, парни, в принципе, играют только лишь на чек. Вот под базой А у нас флопи. Пытается, возможно, стянуть внимание на себя. Найти какой-то минус. Если минус найдет, то, возможно, ATK тут же перетянутся на точку. Например. Либо уже до конца биться об базу Б. Так. Игрок с КТ. Неужели все-таки убежит? Капитан останется в соло. Но посмотрите, ATK все-таки будут стягиваться на точку после некоторого... Прошествие времени, и на 30-й секунде атака выходит на ребра. Здесь оба. Фланга тут же получает жбан. Дальше проверка планта в исполнении ATK. Там двое опорников. Первого находит. Раш также здесь быстро, в общем-то, казнили. И ATK зарабатывает, по-моему, себе 7-й раунд в атаке. Без проблем. Пока что. Возможно, еще какие-то выбитые девайсы от комплекса будут. Но не факт. Здесь деф прокрался в смог. Но мотом был готов к этому муву. Над соперником Blame F1 в 4. 80 лет, пишут чатики. Не хочу в это верить, друзья. Давайте без грязи. Давайте лучше, чтобы в комплексе взяли наконец-то первую защиту. Вот это я одобряю. Blame F. На отходе. Есть минус по мотому. Девайс. Армор можно еще подсейвить, но вот Соник... Ковров уже готов действовать. И в итоге капитана не отпускает в комплексе. 7-0. И снова выход на оружейку. По статистике 0-7 шаза. Что на первой карте все было крайне грустно для снайпера команды комплексе, что на второй. Тоже получается. По цифрам пока что все очень печально. Опять-таки, друзья, напоминаю, что это полуфинал ECS. Та команда, которая выигрывает, выходит на команду Liquid в финале. И там уже будет борьба за слот на основную стадию
этого чемпионата. Поэтому комплекте сейчас надо прям очень сильно запотеть, постараться, чтобы не потерять такую возможность выхода на ликвид, а дальше борьбы за слот. Но пока что игра складывается таким образом, что комплекте необходимо камбэчить, причем очень-очень много. Какие же сочные хаешки под эту подсадку от ATK, и сейчас бы третью пульнусь, и... Опа. А там флешка. Я думал, еще одна сквошная все-таки полетит. БМФ в полете ловит первого. GT не справляется, к сожалению, хотя у того тоже было очень мало хелспоинтов. И теперь комплексти. Что же? Будут делать 4 в 4. Неужели одного опорника все-таки до конца будут оставлять на Б? И трое, соответственно, А. ATK раскидки под базу Б, но больше выглядит как фейк. В самом-то деле парни будут ретироваться под центр. Там есть Шазам. И Шазам как раз-таки надо сделать сейчас свой первый фраг. Есть контакт. Можно выходить и на второй. Тут же раш. Эх, позиция не сыграла ему на руку, но оба со спины. Никого здесь не забирает, к сожалению. Хотя по Сонику проходит довольно-таки плотный дэмэдж. Шазам. Второй минус. Но, опять-таки, комплексти в меньшинстве. Дэв против Флоппи и Соника. Бежит аж с базы Б. 19 секунд. Бомба, конечно, ATK здесь поставит. И Дэв теперь... Без дефьюз китов, с эмкой, легкий армор. Пытается промутиться в смог, ищет пески. Надо проверять до конца план, потому что Соник может просто спину здесь забрать. Или флоп сам, в общем-то, разберется. Поэтому 8-0 за командой ATK. Снова форсит комплекте. Денег нет, как говорится, но вы держитесь. Это про команду комплекте сейчас. Там, кстати, не только у Шазама были проблемы со статистикой, там еще и ДФ 1-2-7. Поэтому, да, тут не хватает сразу нескольких игроков в команде комплекте. Великому сожалению. Небольшой прогрен дуги в исполнении комплекте. ATK также в ответ откидывают какие-то свои гранатки. Еще и осколочные готовятся от Мотма. Там на этой позиции никого, к сожалению, команды ATK нет. И в итоге со старта сыграли 3 банан. Отправили теперь одного на точку. И шестой номер вместе с нулевым играет у нас базу Б. Шестой номер уже минус. Остается по итогу лишь BlameF. Капитан команды комплекте на базе Б, но к нему уже ATK не собираются идти до конца. Это будет снова ротация под точку А. Есть снова позиция в пунте. Второй игрок у нас находится около ланга, это тот самый Rush. P250, оба. Под седьмым номером у нас в пунте. И, кстати, Шазам приходит на помощь, тут же погибает от рук Мотома. И, в общем-то, комплекте теперь с двух сторон, скорее всего, будут окружены, потому что позиции здесь две сразу в сайде, оба. Бомбы забирают, но дальше минус от флопи. И BlameF 1 в 3. Капитан. Капитан. А вот что делать? Сейвить, в принципе, смысла нет, потому что денег и так будет в следующем раунде очень много. СГшку только подобрать, да, и под смычок как-то убежать. Это хорошая тактика. Тут ТБ будет. Угу. Я смотрю, тут, да, тотал больше. Как никогда, кстати, с таким-то счетом. 8-0. BlameF сейвит СГшку. В принципе, ATK за ними не выдвигаются, не охотятся за этим девайсом. И команда комплекте тем временем 0-9 на вражеском пике. Первую карту проиграли со счетом 14-16. Хотя все были шансы выйти на допы. Там уже посражаться до последнего. Но в итоге ставится тактическая... Пауза под номером 2 для комплекте. Перед тем, как закупаться. Комплекте камбэк сделают, если нет, то и фиг бы с ними.
Снова коэффициенты от нашего партнера GGBet, и видим то, что они изменяются по ходу игры. Теперь уже десяточка на комплексе и 1-0-3 на команду ETK. Все, в принципе, логично. Действительно логичным образом складывается, потому что в комплексе 0-9, при этом 0-1 по картам. Поэтому все как надо. Ну вот давай с ним. В комплексе снайперская винтовка МК АУК для дефа со стороны ETK, СГшки и калаши. Попытка сагрессировать от комплексе заканчивается максимально неудачно, теряя двоих опорников базы Б. И ситуация 3 в 5 уже со старта 10 раунда. Комплексе решили в тайм-ауте вот так вот сагрессировать в этом раунде. И по итогу получилось, да, получилось 3 в 5. Теперь ETK выдвигаются под базу Б. Неужели все-таки ETK смогут завоевать себе слот в финал против команды Liquid? Там уже в BO3 попытаться себе до конца этот слот обеспечить. Шазам мажет, к сожалению. Обратно уходит смок, а ETK его здесь не выпустит, скорее всего. Надежда только на Раша, но Шазам все-таки простреливает смок. Этого недостаточно. Что, Шазам? Такие носкопы вдавать, конечно. Интересно. 2 в 3. Команда комплексе. Шазам решил включиться в самый подходящий момент для команды комплексе. И теперь есть еще один фраг. И четвертый минус. Интересная, конечно, была пауза в этом моменте. И оба еще тоже подлагал на свой фраг сделал. Точнее, подлагал у нас клинфит, к сожалению. Но комплексе первый раунд защиты берут на вражеском пике. И друзья комплексе намекают нам на то, что все-таки в камбэк они попытаются здесь. Шазам опять-таки прекрасный здесь фраги с его снайперской винтовки. Стрелял. Стрелял просто по чуйке. Все случилось так, как надо. В этом раунде Шазам дал квадрокилл. И оба уже до конца доделал дело за своим снайпером. Команда ETK. Возможно, чуть-чуть подрасслабилась, но в целом теперь ребята понимают, что не стоит этого делать. Шазам еще один минус его исполнения уже в следующем раунде. Пожал second middle, забрал Соника, обеспечил своей команде преимущество. И теперь GT 4 холспоинта. Надо добивать капитану комплексе. Мотом. Попытка, возможно, разменяться по флешке сейчас будет от оси. Врывается, но там уже игроки комплексе отступают под базу Б. Поэтому размен пока что ETK не удалось найти. 3 в 5 для них. И остаются по-прежнему на дуге, подтягивается еще и мотом. И вот такой вот троицей попробую сыграть до конца точку Б, возможно, в 11 раунде против команды комплексе. Там по-прежнему двое опорников. Но в этот раз Шазам на точке. ДФ чисто на флешке. ЛМФ рикошетом смок откидывает. Защитный здесь. Но этот смок ETK уже проходит. Да как же здесь разваливается оборона комплексе на базе Б. Считанные секунды падает и БЛМФ, и ДФ. Теперь 3 в 3 для ETK. Бомбу поставили, занимают еще и церковь, к тому же, поэтому в комплексе теперь задача выбить становится, возможно, в некоторой степени невозможной, потому что смоки и занятая церковь для ETK смотрятся крайне сильно. Поэтому, да, действительно, комплексе уйдут на сейв. 10-1, комплексе только один в защите, и дальше, к сожалению, какой-то стрик они здесь нам продемонстрировать не могут. Поэтому только лишь сейв снайперской винтовки, МП9 и М-ки для оба. Нет, друзья, это не LAN, это онлайн часть ECS-а. И как раз таки тот, кто выигрывает в финале, попадает на стадию уже LAN-а, которая будет, по-моему, в ноябре, если не ошибаюсь. Комплексе, что по баю. Докупаются все-таки к засейвленным девайсам, потому что количество проигранных раундов уже не позволяет просто делать экономически. И Шазам проверяет центр со стартом. Сайконт уже, наверное, не пойдет поджимать, тем более там еще и флешка накидывается от атаки. Как раз-таки против, возможно, пика Шазама. Ну и тот уже оттягивается чуть назад.
выход центр. Тут же смог налево, поэтому Шазам здесь не сможет пока что с ВП поработать. Придется смещаться и уже действовать с плента. Раш падает пески. Шазам вовремя подоспел, забрал только одного. И теперь, опять-таки, защита на точке рассыпается в комплекте. Ситуация 2 на 4. И, по-моему, это еще очередной сейв в комплексе. И Эйскейс брат уже 11 в атаке. Неужели половина может закончиться еще с более разгромным счетом? Да куда же уже лететь в комплексе? 1-11. Остановите планету, как говорится. Снова попытка сделать клосфраги от капитана комплекса. ДФ тем временем находится где-то по секонд мидлом. Понимаю, что надо сейвить. Аутоблейм. Здесь еще есть такой момент, что он может просто действительно, да, не уйти от ATK. Блейм перекачался, да при чем здесь Блейм? Блейм-то отыгрывает даже очень классно. Все свои последние встречи в комплекте после перехода в эту команду, поэтому к нему вопросов, если честно, нет. Он капитан мечты, на самом-то деле. Который колит грамотно, я уверен, и при этом настреливает большое количество фрагов. И бывает по статистике в своей команде он на первом месте находится, что для капитана некая редкость. На самом-то деле. Причем еще так стабильно. Команда комплекте поджимает центр карты в этом раунде. Еще одно какое-то вот интересное решение. Нестандартное в защите. И по итогу приносит первый минус в этом раунде. Хоть какие-то приятные новости для комплекте в этой игре еще есть. И хаешечка прилетает очень даже точная по мотму. И уже ситуация 5-3 для комплекте. Дальше. GT попытка выйти хоть на какой-то размен, но получает голову от BlameF. В комплексе организовали посадку на дуге, при этом сумели никого не потерять на этой посадке. ATK тем временем никого не выбивают в этом раунде из команды комплексе. 2 в 5 и флопе. Флешка тиммейту. Перезанятие дуги. Хотя чего там занимать, если комплексе уже закрыто играет базу Б. Как и в принципе А точку. ATK принимают решение сместиться в центр карты. 42 секунда. Шазам третьим номером смещается под базу Б. По крайней мере, находится сейчас на КТ. Ну вот, посмогу сейчас. И при полученной информации может тянуться обратно. Все-таки халповать здесь седьмому и восьмому номеру. На А точке. Флопе. Погибают. И оба делают даблкил в конечном эпизоде раунда под номером 13. В комплекте забирают второй защите. Все-таки надеюсь, что хотя бы 11-4 для комплекте здесь будет. По-другому никак нельзя. Еще и придется за вторую пистолетку крайне сильно бороться в комплекте, чтобы не улететь с этой карты очень быстро. Большое количество молотых на дуге. Один из них тушится команда ATK. Снова прогрен в исполнении комплекте. Но в этот раз хаешки, в принципе, здесь только по GT попадают. Это первоначальные блеймы под флешку. Пикает смог. И в итоге это решение сказывается неудачно на результате команды комплекте. ДФ. ДФ пал смертью храбрых, как говорится. Комплекте отдают снова базу Б. И ATK... ATK могут просто на плюс В бежать сейчас, занимать точку. До победного и комплексе уже эта ситуация 3 в 5. На точке оставаться только лишь сейвить. По-другому не получится. А тут еще и мотом пошел вычислять остатки команды комплексе. Теперь остается только лишь Rush Shazam. ATK до конца проверяют каждую позицию в надежде все-таки здесь кого-то найти. Но, ребята, вы всех и так уже забрали на дуге. Некоторое время назад, поэтому Б-точка пустая. В комплексе просто сейвит. ДФ после ножа сломался совсем. Есть такое. ATK могут, действительно могут выдвигаться на поиски команды комплексе, потому что экономика позволяет
Чего не скажешь о самих комплексе. Тех там по 2000, 1300 у Шазама. Поэтому здесь ему надо сейвить. Ему точно надо сейвить. Эти кей на планте никого не найдут, потому что комплексе выбрали для себя немножечко другие позиции, более удачные и комфортные. Для этого сейва 12-2 и последний раунд первой половины, друзья. Что ж, давайте смотреть, смогут ли комплексе хотя бы еще троечку себе в защите обеспечить. Чтобы хоть какой-то еще запас по раундам у них на второй половине был. Пять эмок от комплексити. Ни АВП, ни АУГа. Разом прокидка молотова. В принципе, классического этики. И быстро решили в этот раз сыграть бана. В комплексити за него особо не воюют. Чисто лишь откидывают осколочные, но потеряли дефа при первом контакте. И теперь... Подтягивается еще игрок под номером 0 на базу Б в комплексе. Раш пикает до того, как прилетит смог. Соник очень красным остается. GT42 хелспоинта также. Потерпел он немножечко. Здесь крушение по ХП. И команда ATK мог рассеиваться в центре. И парни пытаются этим воспользоваться. На степе. Не давая себе никакой информации, ТК выходит на ребра. В комплекте двое опорников на точке. Это Шазам плюс Flamef. Капитан через пиксель. Готов здесь работать против команды ТК, но в итоге ничего здесь не происходит по итогу. Ни фрага, ни нанесенного урона по команде ТК. Шазам в песках. Здесь один. Пока что надо сражаться и выигрывать время. Flamef никого до сих пор не подловил. Чекает длину. В надежде там кого-то увидеть. В комплекте по итогу остаются 3 в 3. Смог. Смоке есть просвет. Но еще и откидывается молотов в догонку от оси. Ставятся пленты. Комплексити попытаются, конечно же, в ретейк, потому что 15 раунд. Последний. Первая половина. Все гранаты для ретейка есть. И молики, и флешки. При этом смог у BlameF. Только позиции ТК здесь крайне интересные. Надо чекать ковры, потому что там находится флоппи. Флоппи первый, спина по второй не получилось пройтись. 2 в 2, позиции пунте, УТК, ОСИ вместе с мотом. 1 в 1. По итогу для игрока атаки. Оба. Бомба тик, и дефьюз киты находит. Или он сам их покупал. Мотом по итогу просто вырубает в голову последнего бойца команды комплексити. И, друзья, это 13-2. Снова сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой я снова к вам вернусь на вторую половину, где будем смотреть на либо камбэк от комплексити, либо уже дожим карты в исполнении ТК. Build your own community with your very own hub. Join other hubs and play more maps competitively than ever before. Compete for prizes and win face-up points just by playing your favorite games. It really is that simple. Join the community or create your own. Only at faceit.com. Cool, right? Want to know where I got it? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro.
Мы снова в игре, друзья. 13-2, ITK лидирует очень солидно в первой половине. Теперь выход на второй пистолетный раунд. В комплекте в атаке 2 смока, молотов и 2 флешки от Шазама. Что ж, давайте смотреть. Последняя, возможно, попытка ли комплекте здесь еще выйти хоть какой-то камбэк. ITK уже начинает агрессивно очень эту пистолетку. Оси направляет секонд. 2 минуса для него. Шазам, конечно, сумел разменяться, но этого размена здесь просто недостаточно для того, чтобы перевернуть эту пистолетку Blame F 1 в 3. Капитан команды комплекте поднимает юсп трофейный. Чекает себе на всякий случай спину. Там перестрелка сразу против двоих опорников. Базы B, это GT и Sonic, который в итоге здесь, конечно же, с дуги капитана команды комплекте не отпускают. 14-2. Багашев. Комментатор, если читаешь это, знаешь, что ты очень топово комментишь. Спасибо. Спасибо. Complexity. Конечно, шансы какие-то теоретически еще остаются, но сами понимаете, что это Force, 14-2 и Complexity. Что по морали? Вот интересно, что сейчас на данный момент у команды по морали? Что вообще ребята думают внутри себя и что чувствуют? И команда ATK. В основном здесь фармилки, фамы, СМК, Атаси, ХАЕшка. Неплохая от команды Complexity. ATK, неужели все-таки будут давать здесь дугу? Комплексти? Возможно, так и стоит сделать, не стреляться с пистолетами в упоре особенным. Поэтому ATK просто займут себе закрытые позиции на базе Б, и тем более посадят Соника на клумбу. Тоже как вариант. Комплексти. Начинают постепенно оттягиваться обратно. Не решили все-таки в этом раунде, видимо, играть базу Б. И на минуте времени будут выходить на центр. Здесь ATK, номер 2 и номер 5, готовы принимать этот выход. Позиции интересные у ATK. Что в оси, что в флопе. Флопе просто на плюс В начинает пушить команду комплекте. 2 минуса для него, дальше Шазам, конечно, отвечает с двух тиммейтов, но оси здесь не проходим для комплекте. И Rush 1 в 4. Двоих набрил. Но 3 хелспоинта. Информации по нему есть. Бомба выбита, и ATK просто приходит на эту бомбу. Куда как раз-таки Rush пробегает прямо на прицел к Сонику. 15-2. Для ATK это матчпоинт, друзья. ATK, видимо, все-таки выходит на команду Liquid. Финал квалификации CS Season 8. И завтра будут уже тоже в BO3 бороться уже с топ-2 коллективом по версии HLTV. Honor Band 5, друзья, измерение пульса 24/7, научный мониторинг сна, режимы для 10 видов спорта. Если кому интересно, заходите на их официальный сайт и покупайте новую версию Honor Band. Тут Sonic тем временем просто решил сдушить команду комплекте напоследок, берет руки-нож, пытается Blame F порезать, но Blame F не сдается, капитана пытаются просто здесь уничтожить команды ATK. 16-2 по итогу второй карты, и по картам счет 2-0 для команды ATK. Сложные эмоции после такой игры, если честно. Сейчас будет реплей, вроде как и первой, и второй карты, возможно, только второй. Сложные действительно эмоции, особенно после концовки первой карты. Но, друзья, как есть, для вас сегодня комментировал Дмитрий Deadline Brookov. Кому интересно, можете подписываться на мой паблик ВКонтакте vk.com/deadline14. Завтра буду уже финал этой квалификации для вас также комментировать. Получается, ATK против Liquid, Best of 3 серия. Уже решится финальный вопрос о слоте на основную стадию ECS, который пройдет у нас в ноябре. Вот они, хайлайты. Я с вами потихонечку прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Спасибо за вашу поддержку. Команда, спасибо за интересную игру, по крайней мере, на первой карте. На второй карте, конечно, сами понимаете, что была очень легкая для ATK, но тем не менее... Всем еще раз большое-большое спасибо. Все, прощаюсь, друзья. Заходите в паблик, подписывайтесь, кому интересно. Завтра увидимся. Впереди хайлайты и небольшая рекламная пауза. Всем еще раз доброй ночи.
take that. Yes. Hell's yes. Oh, armed and dangerous. Oh, hell yes. Hellcase. Hellcase представляет большое обновление в кейс-баттлах. Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в баттлах может участвовать до 4 человек. Создавай и персонализируй свои баттлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Hellcase. Не пропусти эпичные батлы.